сожалению, еще все стенды посмотреть не удалось, но вместе с тем посмотрели результаты работы наших стартапов, тех передовых решений, которые предлагаются использовать в медицине. И наиболее, ну, можно охарактеризовать каждый, можно в общем. Суть в том, что вот эти решения, они помогают как и доктору принять решение, так и пациенту продиагностировать себя и понять, стоит ли обращаться к врачу. Ну, а говоря вообще об выставке, я с уважением отношусь к таким мероприятиям. Почему? Потому что это, в первую очередь, это возможность встречи с коллегами, обсуждения, ну, скажем так, возможность высказывания своей позиции, оценки ее как правильного пути, либо пути, которые требуют корректировки. Вместе с тем, второй момент, который положительно влияет вот на всех, я думаю, это возможность увидеть, а, скажем так, в большинстве своем и попробовать, как это работает, и гражданам, и специалистам. Один из важных моментов, что медицинская выставка «Электронное здравоохранение» проходит в преддверии проведения международной выставки ТИБА. Буквально через небольшое время мы будем проводить открытие той выставки. И, конечно, скажем так, хотелось бы в первую очередь, ну, поблагодарить медиков за то, что они, скажем, провели такую тренировку масштабную, а во-вторых, пригласить всех здесь присутствующих и тех, кого еще здесь нет, посетить выставку ТИБА. Я думаю, там будет не менее, а может даже и более интересные технологии показаны. И тем более, что там можно будет еще больше ощутить те направления, которые предназначены для создания нашим гражданам лучших условий жизни и, наверное, более комфортного, ну, общения с госорганами и не только с ними.